Мемориальную доску в память о Заманбеке Нуркадилове, известном политическом и общественном деятеле Казахстана, открыли сегодня в Алматы. Ее установили на стене дома, где когда-то жил политик. На церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги политика, а также представители акимата. Предложение об увековечивании памяти выдающегося деятеля и признании его заслуг выдвинул лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Гафу Али продолжит. Мемориальная доска выполнена из гранита и установлена на фасаде здания дома по улице Курмангазы. Здесь политик жил порядка 10 лет, начиная с 1985 года. Переехал он сюда после того, как Дінмұхаммед Қонаев назначил его председателем горисполкома. Это все было по поручению нашего президента господина Токаева Касым-Жомарт Кемелевича, который оценил его труд, его заслуги перед Отечеством. Мы очень рады, спасибо большое всем, кто участвовал в этом. Отец очень любил этот район, вот, поэтому мы в память, мать до сих пор живет в этом доме, она как бы хранит его вещи. И вот, как говорится, мы отца привели домой уже в виде постамента мемориальной доски. Нуркадилов прошел путь от председателя алматинского горисполкома до акима Алматинской области и депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан. Он активно участвовал в политической жизни страны и руководил администрацией города в самое непростое время, считают эксперты. В течение 9 лет этот человек руководил городом, проявляя свои выдающиеся качества в трудные времена. Мы были свидетелями того, как он способствовал расселению людей в Алматинском регионе и обеспечивал землей наших сыновей и дочерей, которые в поисках лучшей жизни переезжали в Алматы. В честь известного казахстанского политического и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова также установят памятник на его родине в селе Киген Алматинской области в конце этого года. Гафу Али, Эдуард Кон, 24 КИЗ, Алматы.